Всем привет и хорошего настроения. И сегодня мы поиграем в Battle Cats. Так, я получил чего-то непонятно чего. Какой-то бонус. Котята как два стручка в горохе. Так, получил 30 банок консервов. Это хорошо, это радует меня. Что еще дадите? Дали мне специальный бонус. Билетик. Тоже неплохо. Еще один специальный бонус. Ускорение. Не знаю для чего, еще ни разу не пробовал его. Так, и дали мне нового юнита. Вот это хорошо. Так, ну рекламу мы пропустим. Это нам не интересно. И теперь у нас апгрейд, новинка. Специальный код. А здесь у нас что? Опа-на, корова-код. За 4000 можно открыть. Давайте посмотрим, что это за корова. Угу, понятно. Не знаю, как она в деле. Но новые юниты — это всегда хорошо. 5300 у нас экспы. Мы можем себе, я даже не знаю. Кэш — это деньги, стадии. Я так и не понял, что это энергия. И специальный код у нас горит. Ну-ка, давайте глянем, что это за кошара. Ну, что такое? Что зависло? Ага, прогрузилось. Где он, где он? Так, код сумоист. Код в капсуле. Ну, давайте возьмем. Код в капсуле, что за... Что он, интересно, делает, а? Это типа его броня, капсула, или что? В общем, мы сейчас все это посмотрим. Так, у меня показывается, что можно еще апгрейдить. А что тут можно мне апгрейд сделать? Чему? Ну, коровий только. Нет, еще продолжает моргать. Ладно, все равно у меня экспо очень мало. Так, давайте вскроем капсулу и посмотрим, что мне дадут. Дайте очень путево, ребята, а? Очень хорошее, прошу вас. Опа-на, длинноногий кот. И это хорошо. Так, что еще? А, у меня больше нет билетов, к сожалению. Ну, спасибо и на этом. Нету? Да, нету. Так, ну что? Здесь у нас гайд по котам. Нью. Так, за каждого открытого кота мне дают 5 консервов. Угу, понятно. А дальше как здесь промотать? Ну, давайте колбаску нашу проверим. Кто там у нас следующий? Кот с топором, кот корова. Да, за каждого дают 5 консервов. Это хорошо. Консервы нам очень нужны. Так, 80 банок я уже накопил. 85 в общей сложности у нас получается, да? Да. Теперь мне нужно что сделать? Давайте пролистаем маленько. Ага, кот-ниндзя. И кот в капсуле. Тоже получается 95 будет баночек у нас. Давай-ка сюда иди, родной. Ага, вот ты как выглядишь. Ну, прям как покемон какой-то. Ладно, что у нас дальше-то есть что-нибудь? А дальше, по-моему, у нас ничего нет, ребята. Ну, сколько здесь котов можно подкрывать, да? Очуметь, ребята. Столько юнитов я, по-моему, ни в одной игре еще не видел. Ну что же, давайте, наверное, стартанем. Так, у нас, по идее, Непал идет, да? Так, я могу заменить или поставить дополнительных себе котов. Давайте-ка посмотрим, что у нас там новенького, я забыл. Кот-корова. Я могу его поставить на нижний ряд или только заменить? И длинноногий кот у нас. Так, что-то ничего не происходит. Ага, вот. Опачки, я могу поставить на нижний ряд. Вот это замечательно. Длинноногий кот у меня стоит. Корова стоит. Мне нужен кот в капсуле. Где он у нас? В специальных, да, получается? Кот в капсуле, иди сюда. Ну и, по-моему, на этом все. Теперь, я думаю, можно спокойно идти и атаковать Непал. Поехали, ребята.
Так, битва началась. Что тут такое? Ага, вы можете менять колоду. Понятно. Вот так это делается. В принципе, ничего сложного нету. Начинаем с обычных маленьких своих котов, потому что больше нам пока не разгуляться. Кто-то на нас опять собаки идут, да, эти? Собаки, змеи, ну как обычно. Самые начальные юниты. Ну, я думаю, что мой котик здесь долго не протянет. Надо копить на более мощного. Иди сюда. Как же его назвал? Так, кот-колбаска, да? Ну ладно, пускай он так остается. Так, надо мне, по идее, увеличивать капитал свой и вызывать ниндзю-кота. Он у меня самый такой продуктивный в плане атаки. Для него вот эти ребята просто шелупень. Так, ладно, давайте немножечко подкопим. Колбаска вышла. Так, с топором вышел кот. Ну что, пора, наверное, кого-то вызвать нам с вами. Хотя у меня есть более лучшее предложение. Мы сейчас дождемся с вами 500 монет, и я посмотрю, что это за корова-кот. Ну-ка, беги, коровушка. Такой чудной кошара, ё-моё. Опа, нормально, он бодается, да, значит? А вот это уже, ребята, похуже. Вышел красносвин. Это, я так понимаю, усиленные мобы, которые могут нам сейчас очень много неприятностей принести. Давай-давай, коровушка, давай, вызываем ниндзю. Ну, по крайней мере, он живучий. Опачки, всех разобрали. Блин, фигня получается. Так, ну ладно, ниндзя-кот должен разобраться со стикерманами и со этой змеей. Ну, если что, на худой конец у нас с вами заряжена пушка, и мы с нее можем бомбануть разочек. Я думаю, сладко им не покажется. Так. Ниндзя-кот держится. Не зря его все-таки хорошо проапал, а? Молодец. Так, тихо, блин. Отправился он к богу котов. Мой ниндзя. Нет, этот красносвин меня раздражает. Уж больно он какой-то мощный, а? Ладно, пускай они сейчас потихонечку, наверное, продвигаются ко мне. И я их тут встречу залпом из своего орудия. Ну что же, уже почти пересекает мою линию. Так, давай-ка. Ну что же, этих убили всех, а вот свинья еще жива, к сожалению. Блин, может быть, из капсулы попробовать, чувачка, давайте рискнем. Опа-на. Неплохо он ударил. Но он почему-то больше ничего не делает. Стоит на месте. Ага, он, значит, с разбега якобы накатывается на врага. И для этого ему нужна еще небольшая передышка, чтобы сделать следующую атаку. Ну, довольно неплохо, но эффекта очень мало от него. Убивает он всего одного юнита и стоит. Нет, не катит. Какой-то он, я бы сказал, такой не особо хороший юнит. Хотя, если только для прикрытия, может быть, он сгодится. Но как основной, вряд ли. Опять красносвин вышел, елки-палки. Так, а длинноногий кот у нас тоже, кстати, не особо такой драчун. Ударит, сидит, дымит. Ударит, сидит, дымит. Вот единственный, кто это ниндзя. Вот он, да, орудует без устали. Налево и направо, размахивая своими ножами. И довольно причем сильный. Что же, ребята, поздравляю нас с очередной победой. Почти 5000 экспы мы получили, и нам открыли, дают нового кота какого-то. Давайте-ка посмотрим, что это за кот вообще. Кто? Ну-ка, срочно покажите мне его. Ага. Кот-птица? Каких только котов нету, а? Так, 800 экспы, это практически ни на что у меня не хватает, и нам только остается идти опять в бой. Дубай. Дубай, Непал. У кого-то упал. Ну, только не у меня. Че ляпнуло? Так, давай, кошара, выходи на смертный бой. Кстати, вот этих вот новичков, начальных котиков,
их было бы неплохо проапать. Да? И я думаю, что так как они начальные, проапанные, они бы хотя бы мне дали возможность на накопление денег до следующих более мощных юнитов. Надо будет как-то над этим пошуршать. Так, кот-колбаска вышел. Чё-то он очень много слишком юнитов тут наплодил себе, а? Не кажется вам? Так, кто у меня тут ближе всех на подходе? Кот-ниндзя. Ну да, надо будет его вызывать. В любом порядке. Ну давай, колбаска, выходи, хрен с тобой. Чё-то они раздухарились здесь. Ладно, если они даже пробьют мою оборону, то я их встречу залпом. Кстати, орудие надо будет тоже увеличить. И в плане дальности, и в плане силы удара. Ну давайте. Ждем. Давай, выбегай. Так, ну, вылетай. На-ка. Блин, он всего одного... это что такое? Он с одного удара рассыпался. Ну и кошара в капсуле, а. Не, это никуда не годится, ребята. Это все фигня. Пускай он будет лежать у меня там до поры до времени, до лучших времен, так сказать. Вот, ниндзя-кот, это самое то. Даже с топориком намного хуже, чем самурай этот мой. Я одними ниндзями смогу тут пройти пол игры. Шутка, конечно. Но начальной стадии-то точно. И, кстати, надо будет еще развить, знаете что, ребят, я думаю, за убийство мобов, чтобы давали больше денег. Ой, а это что такое? Это что за птички тут вышли у меня? Ну, это видно босс, что ли, какой-то? Или предбосс? Ну-ка, корова, давай-ка, бодани-ка их там. Отлично. Еще разок. И еще. Только не умирай, прошу тебя. Так, ниндзя-ко... Ёлки-палки, вот это да. Вот это нежданчик. Не думал я, что они такие сильные. Это что там? А, я же нажал на этот. Ну и что я тут могу сделать? Ну, давайте. Я не знаю, что это означает. Так. Три молнии, да? Так. И что? Что ты сделаешь? Ага, бьет молниями. Замечательно. И пофиг им на все. Ну-ка, на. Да сдохните вы уже, а. Смотри, какие крепкие ребята, а. Ё-моё, они подобрались к моей базе. Если сейчас ниндзя-кот не затащит, то они просто меня разбомбят. Давай, сарделька, там не грусти. По-моему, у меня нету шансов здесь, ребята. Нету ни одного шанса. И пушку я не успею накопить. Как же печально получилось. Ну, хотя бы одного я убил. Одного птенчика грохнул. Так, давай, кот, выходи. Ядрить твой налево? Неужели, блин? Фух, вот это бой. Вот это бой. Смертельный, я бы сказал. Mortal Kombat. Нет, зато я точно буду знать, что у бога кота просить молнию — это бесполезно. Пустая трата банок. Печально, конечно, получилось все. Я думал, сейчас как шарахнет, как шарахнет. Ладно, выкатывайся, колбаска. Оп, замечательно. Ну что, боссов этих завалили. Теперь разбиваем базу и переходим с вами плавно на следующий уровень. Давай. Главное, чтобы никто больше не вышел. Отлично, с победой нас, ребята. 5290 экспы мы получили. И нам ни шиша не дали. Ни кота, никого. Ну, зато мы можем кого-то апгрейдить. Надо только выбрать кого. Так, кот длинноног, корова, птичка. Кстати, я птичку-то не взял к себе в партию. Надо будет покумекать над этим. Так, а здесь что у нас? Жизни резерч. Что такое? Давай сделаем. Все, больше у меня денег нету. Так, стартанем. Подождите, давайте экипируем вначале себе. Где у нас там летающий котик-то? Вот он.
Ну, я даже предполагаю, что он делает. Он просто летает и, может быть, даже плюется там или... Короче, атакует он с воздуха, это 100%. И ждет нас Саудовская Аравия. Главное, эти-то взяли, да, реальные города, не какие-то там придуманные. Ну что же, приступим потихонечку. Слушай-ка меня, братиша, а ты не слишком ли резво начал? Уже вызвал бегемота себе, нормально? У меня еще армии нету, а уже бегемот на подходе. Черт, что же делать-то надо, а? Как выживать-то будем, блин? Давай, колбаска, иди. Бегемот это, я так понимаю, усиленный моб у них. У них идут кошаки, стикманы, змеи. Точнее, какие кошаки? У них идут псы. Вот. И вот эти бегемоты. Ну, это как бы начальные, да? Значит, по идее, мой кот-колбаска приравнивается, наверное, к змее. Так, пушка у меня зарядилась. Если подойдет гад, я бомбану, блин. Ну-ка. Ни шиша не получилось. Единственное, что он идет медленно. Может быть, кот-топор сможет одолеть его? Да, ну, там, какой он одолеет? Стикманов-то убить не может, блин. Нет, убил все-таки. Ну и сам слег. Ё-моё, бегемот подходит к моей базе. Да как так-то, а? Ну давай, бомби ты уже его, а? Блин, этот кошара длиннотелый стоит и тупит. Даже не бьет, а? Блин, где мои ниндзи? Ниндзи, надо на ниндзи накопить. Тут уже, короче, все... О, пушка зарядилась. Ну-ка. И пофиг все равно. Да, видать, пушечка у меня слабенькая. Надо будет все это прокачивать. Блин, прокачивать. У меня даже не хватает экспо на все это, чтобы все это прокачать. И к тому же я до сих пор так и не понял, где тут посмотреть жизни у мобов. Да и своих-то не вижу. Есть только база с определенными очками жизни. Все, больше ничего нету. Все, я, по-моему, проиграл. Сейчас, если мой ниндзя-кот не осилит их, то я профукал. Ой-ой-ой-ой, как они резво начали. Да сдохни ты уже, а. Ай, наверное, не получится, да? 376 хп у моей базы, уже 276. Но мы все-таки сделали этого бегемота. И все благодаря ниндзя-коту. Только он может сопротивляться с этими чудищами. Так, ладно. Давайте вызываем колбасу. Все, по ходу дела, что ли? Больше никто не выйдет. Да, получается, это был у них босс. Ясно. Ну, тогда сейчас подкопим немножечко деньжат. И все на котов ниндзя. Они уже раздеребанят базу. Это уж 100%. Так, пошел кошара. Не, давайте, наверное, еще увеличим. Хоть мне этот кошара не понравился, но его придется вызывать. Пошла капсула. Вперед. О, елки-палки, он вызвал опять бегемота. Печалька. Сейчас эта капсула сляжет с одного удара. Больше, чем уверен. Ну, так и есть. Сопляк он, короче. Не буду я больше его призывать. Так, ну, тем не менее, ребята, мы все-таки завалили базу каким-то чудом. Так, что там, энциклопедия какая-то открылась? В меню. Кошачий гайд, и что ты мне хочешь сказать? А, понятно. Кот птицы, я же его не отметил. И получили мы 5 еды. Империя какая-то. Ну, это уже будет у нас в дальнейшем, да? Получается. Ладно. 47-й ранг у меня. Стартуем. Как говорила бабка в поезде. И следующая у нас Кения, да? Так, давайте-ка апгрейдим кого-нибудь. Кот Летун. Так, а что у нас там? У нас моргает, кстати. Я даже не знаю, кого лучше-то. Летуна. Так, башня. Может быть, вот это? Или валит? Лимит. Какой-то лимит. Пока там, что ли? Это скорость, это у нас деньги. Вот деньги нам нужны после
победы над врагами. Но это энергия. А что у нас в спешле? Самурай кот. 90 банок надо. Да, не хватает денег. Но я думаю, он намного лучше ниндзя-кота. Хотя у меня ниндзя-кот 9 уровня. В принципе, я думаю, что если бы я взял самурая на первом уровне, не актуально. Так, давай, колбаса, мы тебя апгрейдим. Ты у нас все-таки идешь из ряда начальных этих монстров, чтобы хоть как-то сдерживали атаку. Так, а это что у нас такое? На 100 уровне я смогу заюзать. Ладно, но мне до 100 уровня, как до Китая раком. Но мы с вами не будем отчаиваться, потому что у нас все это ждет впереди. И будем мы и 100, и 200, и 300, и какой тут вообще уровень есть, тот и получим. Так, пошли, мои родные котики. Жалко, здесь нельзя вот это вот, как ее назвать-то? Ну, скажем так, накопитель мой в автоматическом режиме ставить, чтобы он сам пополнял деньги. А приходится постоянно нажимать. Хотя, с одной стороны, представляю, да, мне нужен какой-то определенный юнит, и я его хочу взять, а он мне увеличивает казну. Нет, лучше пускай все как есть, так и остается. Ну что, колбаска, ты у меня как, лучше дерешься или нет? Я тебе все-таки прапал маленько. Ты должен сейчас быть на коне. Главное, чтобы конь был не хромой, а здоровый. Так, что нам надо? Нам нужно 150. Увеличиваем казну. Так, пушка у меня зарядилась. Это радует. Так, давай, давай 200. Пока ребята это сдерживают, можно прокачать казну себе. Ой-ой-ой, вышла свинота. Вот это уже плохо. Наверное, пора вызывать кого-то посерьезнее. А посерьезнее это кто? Это ниндзя-кот. Да, больно долго копят они. Больно долго. Так, пошла. Вау, еще и бегемот вышел. Да, вот это вот дело уже плохо. Это не есть хорошо. Ну, кошара-то у меня, если что, сдержит пока маленько. Пушка у меня заряжена. Должны осилить. Блин, надо кого-то прокачать или прапать еще. Ну, больно слабенько как-то. Мы так далеко не уедем. Так, кот-топор там что-то машет, машет, и все бесполезно. Ну, давай, 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 добивайте их. Хотя, с одной стороны, даже было бы хорошо, если они перешли бы эту полоску, и моя пушка смогла бы до них дотянуться. Я бы просто сделал бы один залпик. И слегли. О, свинью мы замочили. Остался бегемот. Но бегемот, по-моему, насколько я понимаю, слабее свиноты. Да, все, слег он. Да ну нафиг, завязывай уже. Какого лешего ты вызываешь вторую свинью? Так, давай коровушка-бодоника. Ох, как орешки щелкает. Так, ты главное не убей мне ее. Все, забомбили. Ну давай, вылетай, хоть посмотрю на тебя, что ты представляешь. Так, летит. Летят утки. Так, ну, да, не успеет. Не успеет он меня долететь. Мы разбили базу. И получаем 6000 опыта. Что ты такой радостный вылез? Эй. Ну, давайте, не знаю. Здесь ничего новенького нету. Блин, я хочу самурая, а? Слушайте, а как, кстати, банки? Где эти банки брать? Неужели только за донат? Ну и за открытие новых котов по 5 баночек. Очень далеко мы так уедем. Мне хочется, чтобы у меня были банки. И желательно много, чтобы я мог прапать как можно больше котов. Даже не прапать, а прикупить. Ну, это мы апать не будем, а вот это вполне даже можно. Сколько? Наверное, разика 2 апнем, да? До 4 уровня и как раз достаточно. 1305 опыта у нас осталось. Смотрите, ребята, я уже 52 ранга. Получается, что за один бой я получаю 2 ранга, да? Это, получается, мне нужно выиграть еще 20 боев. И мы будем соточкой. А там уже я не знаю, что откроется. Локация у нас Мадагаскар.
И опять стикманы меня атакуют. Ладно, выходите, первоначальные мои котики. Все в ваших руках. Так, надо вызвать колбасу. Выходи. Приступай, как говорится, разбирать. Надеюсь, здесь не полезут сразу всякие там свиньи, бегемоты. И еще всякая нежить. Так, давайте, наверное, на кота сейчас накопим. Ну, давай, давай, быстрее, чтоб. Вот, отлично, поехали. Да вы посмотрите, он просто у меня красавец. Ну, ты оборзел, а? Какого фига они уже базу мою бомбят, а? Слишком долго тянули. Давай, пушка, заряжайся. Так, ну здесь мы пока так справимся. Так, надо будет действительно увеличить, скорее всего, чтобы деньги падали при гибели врага. Это будет эффективно. А то какие-то нам копейки дают. Ни туда, ни сюда. Ну что, мы добрались до его базы. У него на базе 7000 хп. И мы потихоньку уже начинаем ее бомбить. А я в это время вызываю... Подождите, надо вызвать вот этого. Ну-ка, лети. Опа-на, а это еще что за чудо? Мадагаскар, понятно. Вызвали гориллу. Интересно, горилла это как? Силен или нет? Опа-на, он моих ниндзя разобрал. Так, а что летун-то делать, не пойму я. Даже ничего не успевает сделать. Ага, вот он как делает. Атакует, значит, пикирует. Ну давай, пикируй. Да, допикировался. Его разобрали с трех ударов. Три. Ну, смотрите, гориллу мы осилили. И я все-таки думаю, не без успеха нашей летной птички. Она все-таки два раза по нему ударила. Так, а пошли стикмены. Это самые легкие мобы. Давай, коровка, забодай их там к чертовой бабушке всех. Давайте, наверное, накопим. Пошел. Ой, он вторую гориллу узал. Так, давай, где там длинноногий, где он застрял, а? Ага, вот он появился. Давай-ка, не отставай, бомбани. Опа, по роже получил. Ага, сбивает их. И все, что ли? Блин, надо будет длинноногих котов плодить. Хотя они стоят тоже немало. Но, тем не менее, есть в них свой эффект. Так, у меня все по максимуму развито. Доходим до базы и уничтожаем ее, я думаю. Наверное, хотелось бы верить, что он больше никого не вызовет. Так, пушка у меня тоже заряжена. Так что тут только остается их добивать. Давай, выбегай. Капсула. Птичка моя вылетела. Да все, тут уже можно расслабиться, ребята. Можете сходить, налить себе чайку. И все будет хорошо. Ну что, я могу вам авансом сказать, что... ГЦ с победой нас. Так, отлично. Сколько вы дадите мне? О, 6325 опыта. И нам еще дали какого-то нового кота. Интересно, что за кот? Хочу увидеть нового кота. Где он? Так, рыба... Кот? Рыба-кот, действительно. Ну что же, ребята, рыба это хорошо. Ну а на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующей серии. Всем до скорого, ребята. Всем пока. Stop bounce.